must suffer. Every night, I can feel my lack. Скутеры. Ну что, как вам закрытый сервер? Если вы еще не видели, обязательно оцените, потому что это того стоит. И да, мы облажались с графиком. Производство каждой серии очень много сил высасывает, а поэтому пришлось сместить график на один эпизод раз в 2 недели. Но чтобы разрядить обстановку, давайте немного отвлекемся и посмотрим, что нам принесла мастерская Steam. А поверьте, нам есть на что посмотреть. Продолжая марафон крутых гейм-модов, хотелось бы выделить недавно вышедший Руин с красивой и стильной обложкой. Поначалу складывается ощущение, что это какой-то Slave of G-мод, но ценители высокой культуры знают, что это на самом деле Руинер. Да и в целом, автор явно вдохновлялся моим любимым шутером, и, блин, название говорит само за себя. В процессе прохождения данного мода можно понять, что да, эту штуку определенно нужно доделывать и дорабатывать. Как минимум сделать разнообразие карт, так как их тут мало. Точнее, тут ее всего одна. Так, ладно, давайте вернемся к сути. Я ненавижу этот режим. Мне знаю человека, которого очень сложно вывести из себя. Да даже Тарков не так пинает мое эмоциональное состояние, чтобы я швырялся клавиатуры во всех подряд. В чем прикол? Это очень хардкорный шутер в плане прохождения. Во-первых, управление здесь весьма специфичное, и странные сдвиги камеры могут напрягать. Но я счел это задумкой автора, поэтому я не стал ныть, что оно неудобное. Кроме того, главный герой не будет летать как угорелый, он двигается медленно, аккуратно, а из всех ускорений есть только дэш, да и то у него КД приличное. Во-вторых, боты. Они здесь умные. Они передвигаются именно так, как ты этого не хочешь. Более того, ты не знаешь, куда они пойдут и как они тебя обойдут. Они убьют тебя и много раз. Они будут ваншотать тебя сразу же, как вылезут из укрытия. А комбайны и вовсе закидают тебя гранатами. В-третьих, я забыл. Как было ранее сказано, у этого режима есть только одна карта, но я так и не прошел этот левел, потому что... Ну они надоели меня ваншотать, когда они появляются в ту же секунду! Что за параша? Я не исключаю, что это я такой лох, а вы крутой стрелок. Ну как насчет того, чтобы вам взять и пойти в киберспорт по Counter-Strike Source? Кстати, могу добавить, что в этот режим по-хорошему надо играть со своей музыкой. Данный аддон в разработке, а поэтому настоятельно рекомендую накидать ему лайков, писать автору мода о багах, если найдете таковые, и просто веселитесь. Важное объявление. Во-первых, Андрей Крафтов и все мы передаем извинения вам всем за то, что вам приходится долго ждать выхода новых эпизодов закрытого сервера. И даже вам один раз пришлось пережить перенос серии. Мы стараемся таким не злоупотреблять, но это только увеличивает качество производства, поэтому сильно не грустите, будет вам конфетка. Во-вторых, я знаю, что видос получился слишком маленьким, я правда пытался, но блин, бета. А поэтому я очень скоро принесу вам новый, второй видеоролик, связанный с производством закрытого сервера. А вот с чем конкретно он будет связан, пока не скажу. В-третьих... А на этом все. Отдельный привет демонюкам времени, что увидели этот видеоролик раньше остальных. И в принципе респект всем тем, кто подписался на наш Boosty. Поверьте, это помогает нам. Не забывайте про G-Mod Shop в описании. Обязательно оцените видос, который появился на экране, или второй видос, который появился на экране. Вот это я зачитал. Ладно, я не буду переозвучивать. Покедова!